Добрый день, уважаемые любители шахмат. Играю на шахматной планете, как обычно, у меня рейтинг сейчас не очень. У нас что, катонское начало? 6, ну есть такое, по-моему, это называется система Романиш. Тут я, конечно, ничего не знаю. Ну ладно, буду делать стандартные развивающие ходы. Что очень похоже на новоиндийскую защиту, но черные расширенные фианкеты сделали на ферзевом фланге. Слон Е4, ну конечно же, так новой индийской защите всегда играют. Здесь у белых обычно идея, связанная с слон H3, конь D2, чтобы не подставить слона под размен. Но черные выставили слона за пешечную цепь и могут просто C6, D5 поставить. Не знаю, в индийскую я за белых не играю. Ой, еще удар на А4 зевнул. Ну, равная позиция теперь абсолютно. Стоит ли ему коня перевести на c5, пока слон мешает, вроде как. Он потом идя d8 подготавливает этот перевод. f4, не знаю, чего это сильно мне не дает перевеса. Так, что там с опять? Стоит ли сейчас походить? Ну, наверное, поскольку если он опять конь c5, то блокада. Так, хотя бы пешка b4 немного не туда зашла. Хотя, сейчас можно поменять все, и эта пешка защищена. Ну да, он отличным образом отрабатывает ничью черными. Слона можно на c6, конечно, поставить. Там будет упираться непонятно во что. Ладья, если двое по линии b, я 3 похожу, то это особого смысла не имеет. Поскольку после размена на b4. Ну да. Можно, конечно, сейчас h5 походить. Это самый явный путь к ничьей, потом идя h8, поменять все по линии h, нет, он так не ходит. Ну, он, наверное, надеется на h5, это ничья, но он не хочу так играть пока, пока еще поиграю. g5 могу как-то провести. Так, вот сейчас можно ли g5 походить? Ну, у меня идея, если он побьет. Ага, он бьет слоном. Наверное, пешка была лучше, потому что король на f6 просто остановился. А сейчас я как-то могу попытаться напасть на эту пешку g7 отсталую. Поскольку сейчас король f6, нет хода ладья g6. Ну а что это? Король f8, у меня 6, ход f6. На взятие. Шах, потом шах. Он даже не бьет, вот это вообще странно. Ну так пешка просто у меня еще f6 по сравнению с тем вариантом. Да, как-то он рассыпался. Не знаю, проиграл. Так, ну и одна партия еще с тем же соперником. Попробую новый дебют разыграть. А именно вариант Тайманова, поскольку нужно какой-то дебют учить на победу. Так, ДНЦ это ничья сразу же. Ну, поэтому попробую посложнее сыграть. Здесь, конечно, в отличие от вариантов, приведенных в книге Халифмана, пешка не на А6, и черные выиграли темп таким образом. Не должно быть затруднений до атаки на короля. Слон b4, слон d2, я не знаю. Этот вариант я, собственно, не разбирал еще, который сейчас разыгрывается. Поэтому это импровизация за доской. Слон g3, слон d6. Все меняется. Да, конечно, мой слон не очень хороший сейчас. Приходится рокировку делать и какие-то идеи у него уже связаны с атакой. Вот ферзь e4, допустим.
Правда, ферзь e4, f5, но... f4, если он как-то затянет. Тоже неприятно, что может как-то ладья c4, f4, ладья a4, f4. Так что я e5 похожу все-таки. А, ну f6 нельзя ввиду. Ферзь e4, поэтому защищу пешку. Ферзь e4, f5 теперь последует. Так. Ну, куда отойти? Наш 7 или наш 8? Ну ладно, наш 8 отойду. Выглядит прочнее, нет. Подготавливает ничью вечным шахом. Ладья h6 и ферзь h7, ферзь f6, там вечный шах. Но может у него еще что-то более страшное будет. Так что надо признать свою ошибку и вернуться королем все-таки на h7. f4. Ну, e4 у меня есть продолжение. Ферзь b6 теперь я хочу ферзей разменять. Ну, это, по-моему, никуда не денется. Главное избавиться от своего пухого слона. F4 вот сейчас очень неудачно с его стороны последовал, поскольку мне удалось получить защищенную проходную пешку. Опять-таки можно ферзь b6 походить. Ну, можно попытаться по линии d зайти с этой пешкой. Он еще, видите, линию d отдал. D1, наверное, поточнее было. Сейчас ферзь b6, чтобы попытаться на d2 зайти. Моя ладья защищает пешку c6. Кстати, времени у меня, конечно, мало. Ну, я много времени в дебюте потратил. Ладья d2 все равно можно сыграть. Все, я на вторую зашел. И уже у него позиция очень тревожная. Ввиду того, что я зашел по второй. Можно пешку аж начать толкать. Да, h3. Если я доведу, то совсем неприятно. Хочу просто зайти. Можно на h2 ударить. Но не, хочу мат поставить. А, я зеваю пешку. Почему я зеваю пешку? Но все равно ладья d1 и ладья d2 выглядит опасно. Хочу мат просто на f2 поставить. Также ладья h2, ладья g2, ладья h1. Что такое замутить? Правда, с пешкой на b6. Может. А, не, ну все проходит, по-моему. Все, мат получает. Ну, наверное, это последняя партия в этом месяце. У меня там куча турниров. Так что до скорых встреч в июле.